Сегодня получили посылочку. Называется «Бог любит тебя». Открываем ее. Это бесплатные продукты. Кто ходит на богослужение, верит в Бога. Первое, что мы видим. Первое, что мы видим, это Библия. Ты открыла еще? Да. Чай. Черный. Килограмм вермишели. Соль. Пакетик дрожжей. Так. Пластивцы вивсяне 400 грамм. Алия. Извините, продолжаем дальше. Мука 2 килограмма. Вищу готунку. Так, килограмм манки. Килограмм сахара. Килограмм риса. Банка тушенки, яловочина. Вот такая. Две баночки тушенки. Такая. И деткам презент. Карандаши, кисточилки. Вот такая была посылочка. Мне?